Сегодня это будет, ну, как вам сказать, это будет обзор на все пасхалки в обнове 3.5.1. И все, погнали. И самая первая пасхалка находится на карте Charlhouse-Z. И вы удивитесь, что это. И это... Сейчас я... Ну, это база отчима. Это реально шок-контент. Как разраб может их добавить? Кстати, у меня ник Кейн, как вы видите. Это персонаж кое-какой. Итак, нам обязательно сюда. Обязательно сюда. Идите вот. Теперь нам надо полететь вон туда. Ну, примерно туда. Я точно не знаю, но... В общем, вон в тот угол карты. Вообще, куда я лечу? Так, нам надо куда-то вон туда. Так, вот мы, наверное, сейчас скоро прилетим. Уже скоро. Эх, не здесь. Ладно, попробуем там. Почти же, что так задерживаю, но... Мне надо показать вам пасхалки. Что такое? Я просто надеюсь, понимаете? Так, нет, это не тот угол. Ну вот прям 100% вон там. Я прям вам сказать хочу. Ну я просто хочу сказать. Да, вон там. А, стоп. Блин, это не та пасхалка. Блин, простите, что так пою. Ну, блин. Почему так? Как будто ее убрали, в общем. Ну ладно, этой пасхалки не будет. Переместимся в другое место. Плюс. Это классно. Теперь можно призывать мясную курицу в оффлайне. Хотя у меня и не стоит сейчас время 00. Но... Ладно. Перейдем к пасхалкам. Здесь есть пасхалки на... Котов, верно. Есть пасхалки на котов. И их разрабил, ну, разраб добавил в игру, как пасхалка на скины. Вот сейчас мы поищем в домах, где эта пасхалка. Как я знаю, вон в том доме, да. Я сам знаю, я видел у Дэна. Для этого нам надо поставить камеру и заглянуть в холодильник. И вон, видите белую точку? Да, это кот. Это та самая пасхалка. А как ее забрать? Просто уменьшиться, поставить портал и вот залезть в холодильник. Итак. Кстати, еще есть пасхалка на черного гуся. Она спрятана в скинах. Вот она. На черном скине. Да. С вами был Тим 55К. И всем пока.